И всем привет, ребята, меня зовут Максим, вы на канале Макс Про, и сегодня мы играем в Massing Monsters. Я вам покажу, что у меня приключилось тут. У меня 23 уровень. Раз хочу показать мою святилище магию. Значит, у меня здесь... Забыл, как его зовут, я вам покажу. Получается, здесь у меня Рорик, мы... Пока будем записывать, подождем где-нибудь под конец ролика. Мы там посмотрим ролика. Мы там, короче, в инкубатор и попробуем скрестить вот этого вот монстра. Я забыл, как его зовут, с там кем-нибудь еще. Там с Лорис или... Ну, посмотрим монстров. Давайте сразу его ускорим. За 2 бриллианта. У меня бриллиантов 30. Вот, сразу. Шорт я не буду записывать, как обычно. Терминум получается, да? Вот. Потихоньку я тут продвигаю этот остров. Где-то он где-нибудь вот тут. Что мы... О, ну, нормально. Давайте его прокормим за всю еду, потому что у меня еды мало, извините. Что это? Ну, короче, 5-й уровень. Ничего. У меня есть еще осколки. Давайте зайдем на остров растений. Да, мы начинали там, получается, с Колизея. Я вам покажу такое мои изменения. С Колизея. Смотрите, мои планы. Вот, знаете, для чего я это делаю? Не для долбанных тироксов, которые у меня постоянно выпадают. А для ужаса. Одного ужаса я хочу на остров эфира кинуть. Вот этого вот. Прокачать его до 15 уровня. Когда еда будет. У меня, кстати, тут большой салат. Я начал много, получается, еды. Печь. И у меня есть предположение, то, что на летнюю песенку будет акция на словунов. У меня 53, получается, реликвии, и, получается, я, наверное, думаю, если будет акция, или я скоро, наверное, накоплю все-таки на тавкера, на острова растений, и куплю себе его тавкера. Правда, его тоже нужно гигантить, будет, чтобы было красиво. Здесь я почему-то никого не вывожу, наверное, сварливера нужно выводить. Редкий диджи получается. Ну давайте плюс смочерок, да. Очень много шансов вроде бы. Нет, смочерок. Остров воздуха. Здесь у меня получается гигаглаз стоит уже в 6-м дне. Вот здесь у меня неудачные попытки с... получается, я постоянно забываю монстров. Где? Церебро, все, Церебро. Потому что Церебро, блин, у моего друга Славы, я передаю, кстати, ему привет. У него получается редкий риф, плюс конкушка. Плюс редкая конгушка у него, вроде бы. Редкая конгушка, да. И у него уже Церебро есть. Здесь у меня выпадают пализаторы, ведь мне нужен ракотакт. Желательно два, потому что я потихоньку все-таки начинаю заполнять лавотеку. Я тут ускорил песенку. А вот постоянно просто пализаторы выпадают. Остров Земли. Здесь у меня вроде бы ударщик. Не раковица, но знаю, я тоже заполняю. 6 раковиц нужно. 6 раковиц нужно. Вот, еще одна раковица. Это вторая уже раковица. Для лавотеки на острове Янтаря. Вот, я потихоньку делаю побольше 4-элементных на всех островах. Чтобы было побольше у меня, получается, денег. А здесь у меня уже триум есть.
Здесь у меня водится, получается, Савеникс. Короче, мне очень много монстров нужно водить. Вот Пропибор, тут Зелынка, Колючка, блин, Трубочайка. Кто? Кустиво я назвал, да? Да. Что-то у меня там дипстеры, которых я не покупал. Вроде бы до сих пор акция есть. Нет, акция уже прошла на дипстеров. А нет, еще акция на дипстеров есть. Еще есть акции. И огненный оазис, получается, смотрите, у меня здесь... я сегодня вывел... Чехарду. Чехарда примерно дает столько же, как и триуг, потому что вот они одинаковые. Ну, примерно, да. Чехарду я до 10 уровня прокачал. Вот. Мне как раз нужно, получается. У меня очень мало мамонтов. Их же легко делать, да? Нет, покупать нельзя, просто выводить. Вот. 4 только мамонта из 10. Потихоньку я все-таки заполняю. А, можно, смотрите, чехарда плюс мамонт, точно. Вот, я сейчас буду мамонтов заполнять просто. Я попробую полностью мамонтов за сегодня заполнить. Не в ролике просто, хотя бы сегодня просто. Кристалл у нас через 10 часов. Сколько времени? Понял. Вот. Почему записываю без камеры уже много раз? Потому что мне лень. Ну, включать камеру, готовиться как-то там. Это все долго делать, ребят. Записываю как могу. А здесь кого-нибудь можно сделать? Для... Посмотрим, для волового тяга, что можно сделать. И остров Кости. Да, я забыл. На, певец. Ну, я посрать на кристаллы. Просто давайте. Просто ради вас. Потратил нафиг 20 кристаллов. Все, вообще пофиг. Просто сколько я выводил его. Просто. Да, просто. Наконец-то. У меня даже очень мало здесь монстров. Просто я как-то... Я просто хотел его как-то. Айды нет. Ригви дали. Три ригви. Слышали? Нормально я его прокачать не могу, только до 2 уровня. Но я постараюсь сейчас какие-нибудь хавчик взять. Оздоров Сахабуша. Не знаю. Я потом тоже попробую Сахабуша отправить. Еще одного, получается, вывести Сахабуша и сюда отправить. У меня здесь уже 2 монстра есть. Один на одно элемент, получается, брюшок. Да. И остров мифов. Я хотел бы сделать здесь большую ферму для монет. Мне монетки все-таки для карабаса нужны как-то. Когда-нибудь мне все-таки понадобится их копить. Поэтому я пытался делать ферму катализаторов. Ну, давайте прямо сейчас начнем. Даже их кормить не буду. Они так много дают монет. Катализаторы. У меня только 10 катализаторов. Их здесь очень много можно поставить. Плюс они занимают 9 клеток. 9 клеток. Вот. Ну, пофиг. Рорик. И теперь попробуем, получается, вот это. Как его зовут? Как его зовут просто? Я забыл. На букву Т какой-то. Давай монстров посмотрим. Давайте посмотрим монстров. Попробуем. Мухофлейт у меня. Вот змеицу хочу. Говоруха, конечно. Вот здесь очень много монстров. Сейчас можно выйти. Конечно, не всех. Ты дышь. Ой, здесь уже 3-элементная. Но давайте змеицу попробуем.
получается комбинация цокола плюс терминум. Вот терминум, да. Это терминум, терминум. А в воблинах я не знаю, кого вводить буду. У меня здесь стоит вот это вот, чё? Блин. Да студентов не вложу, мне это просто не надо, мне так много дают всего. Вот чисто гомонкул еще пробудил. Да, кстати, вступайте все-таки в мое племя. Кто хочет много звездной силы и кристаллов, у нас здесь большой уровень. Плюс... Стоп. А, это мой друг Слава как раз, которому привет передавал. Надеюсь, он хотя бы чуть-чуть осколков копит. Ему нужно еще сказать. То, что уже кормиться. Да, вступайте в это племя. Я покажу код друга. Мой. Вот, я уже прокормился, получается, до 22 уровня. 23. Почти до 24 прокачался. Да, вступайте в племя. И получается, я сейчас вам покажу. Да, я забыл Колизей песни показать. Еще ждите скоро обзор по новой игре. Да, ждите обзор по новой игре. Обзор только. Только одну серию, я не знаю. Одна серия будет или нет. Я забыл. Вот. У меня получается был лист. Дидж. 9 еще. 17 часов. Ну, давайте сыграем, получается. Чтоб серия подольше была, чтобы вы посмотрели побольше. Все укутано, я не могу выполнить миссию. О, что это за скин от Тумпов? Вы видите просто? У нас команда посильнее, как бы здесь два четырехэлементных и один трехэлементный. Они прокачаны просто хорошо. Вот Дидж, к примеру, сейчас. Вот. Вот так вот такая вот. Но много сносит, много. А что за скин на Тумпов? Я не знаю, что это какой-то сезонный скин или какой-то... Не знаю. Вот Дидж, к примеру. У него много хп. Просто ненавижу эту атаку. Давайте с баллистом. И с баллистом у нас мало снесет. Он какой-то у нас сегодня хилый. Сегодня хилый какой-то. Ну, давайте попробуем снести все-таки. Туракаются. Не получилось. Она сейчас нас снесет. Наркостука берем, давайте заглушим ее. И... Это скин от Звездных воинов. Давайте попробуем. Хотя бы как-нибудь атаковать их. Блин, вообще не знаю. У Диджи мало хп осталось. Просто! На последней атаке. Просто как мне повезло. 39 хп просто. Видели, как оставил он мне? Видели, как он мне оставил хп? А, и еще, вы, наверное, увидели на острове растений. Увидели или нет, но... Смотрите, здесь у меня еще один трофей. Вот первый трофей за обучение в Колизее и трофей на растительном топливе. Кстати, вы замечали или нет? Но здесь рука мамонта вместо, получается, стойки для кубка. Большой салат. Да ну вот просто нафиг все 30 кристаллов, вообще пофиг. Сколько опыта? Просто посмотрите на мою еду.
правом верхнем углу просто еду на мою, посмотрите. И украшения, смотрите, у меня украшения. Памятник боссам. Сфера... Ну, короче, вот смотрите, мы... это стоит 1500, вот это вот. Это стоит 3000, это 1250 звездных сил. А что мы сделаем с этой едой? Вы не догадаетесь, что я делал с этой едой? Я не знаю, ребята. Давайте как-нибудь в следующей серии потратим. Я даже ее тратить не буду, я вам говорю. В следующей серии будем тратить. Напишите в комментариях, на что потратить. Но давайте сразу я покажу варианты. Давайте либо... Я даже не знаю, ребята, честно. Я честно не знаю. Но знаете что? Давайте... два варианта. Либо... Не на острое, а психоники. Грёбаная реклама еще. Реклама не вовремя началась. И, да, смотрите. Опять я на этот остров попал. Да, иди ты. У нас получается... Воу-воу-воу-воу. Это я вам, типа, поет. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Давайте либо... Смотрите, если комментов не будет вообще с этим выбором, то я трачу на мухофлейта. Его отправить, получается, на... Что это? Отправим на святилище магии. Мама забокался. 1 000 000 хавчика. А у меня уже до 4-го прокачан. Вот. Ну, ребята, с вами был я, Максим. Вы на канале Макс Про. Ставьте лайкос, подписывайтесь на меня. Кстати, да, спасибо за 1000 подписчиков. С вами был я, Максим. Пока.